Телекомпания «Суши Досла» совместно с «Ганшиш Рекордс» представляют новый альбом группы «Красная плесень». Ваши уши сейчас распахнуты возле динамиков ваших говняных засранных магнитофонов, которые впихнута говняная кассета с говняной группой. Фу, блядь, простите! В укуренных магнитофонах, укуренные кассеты с укуренной группой и укуренными песнями. Песенка про меня, а я играю, я забиваю, я кулю и песенки пою. Песенка про меня, я хороший мальчик, хоть и блатю. Я люблю слушать музыку, курить косяки и торчать. Песенка про меня, я хороший мальчик. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля.
Сын прапорщика говорит: пап, я хочу, чтоб слоники и сёс побегали. Ну ты что, сынок, опух? Слоники уже бегали 100 раз, они уже устали. Нет, я хочу, чтоб слоники и сёс побегали. Ну хуй с тобой, рота! Одеть противогазы! Бегом, марш! Ползком, бегом, на четвереньках, через полосу препятствий, по лестницам, вплоть, вперед, суки, ёб вашу мать! Сегодня я впервые поцеловал Наташу Ростову в губы. Она при этом так сильно сдвинула свои ноги, что поломала мне пенсне, блять! Из воспоминаний укуренного Пьера Безухова. Плещет что-то в душевой раздевалке школьной женской. 8 школьниц оголенных подсмывали физкультурной и щели дверной.
механизм, и крутилки, кинокамеры, старинная выпуска начала века. Только ножки поломались, но зато на ней снимали фильм «Потёмкин бронепоезд», то директор школы тайно фильм снимал порнографичный и вращал крутилку резко, аж конец его болтался. Комар на ноге
руке, на руке и на ухе. Три мощных удара, и всем и пизда. Как жаль, но погнулась моя сковородка, а также сломалась рука и нога. И вот на 30-й с полтиной минуте я наношу 5 ударов подряд. Зверски убив комара на залупе, с улыбкой смотрю, как он корчится, гад. Квартиру Мюллера. Мюллер открывает дверь. За дверью стоит красноармеец в буденовке, фуфайке, в валенках и лыжах. Фуфлыжник, короче говоря. «Слоны идут на север!» — говорит солдат. «Слоны идут нахуй! А Штирлиц живет этажом ниже, но его нет дома! Он ушел мост взрывать, а своим остальным в буденовках передайте, чтоб пароль сменили!» Бежал с работы я вчера, пораньше встретить, чтоб тебя. Пришел к тебе, сказал привет, и тут же отключили свет. Рукою спички стал искать, другой тебя за грудь ласкать. Ты мой схватила огурец, и я подумал, наконец. Мы присели на кровать, ты просила we'll be right back.
руки я кручу. В темном, страшном, облеванном,
вонючем лесу, где не ступала нога человека, одна добрая фея попала под трамвай. Трамвай переехал ее своими тяжелыми железными коваными колесами в чьих-то кишках запутавшимися. А фея нежно вздохнула и сказала: «Во, блядь!» И осталась жива, но только лишь потому, что в этот момент у нее во рту был нихуй багровый, как ты, наверное, подумал, маленький засранец Наненька, а кругленькая, сладенькая карамелька. Чупа-чупс называется. Гагарин клёвый малый, пионером был в школе. Девок дёргал за косички, и мечтал стать космонавтом. А свою собачку-жучку подвергал экспериментам, заставлял нырять скафандры самопальным материалом. Под конец эксперимента жучка плавала квертазом, игнорируя команды, содорога хулымалась. И тогда Гагарин понял, что без воздуха, наверное, жучка туго понимает и вообще ничего не слышит. В нем гуляя с Королёвым, он сказал: «Я клёвый лётчик, а ещё свистеть умею». И как свистнет ему в ухо, Королёв сказал: «Ты сволочь, завтра же отправлю в космос». И Гагарин ранним утром улетел в далёкий космос. Вместо белки, жучки, стрелки, из получки и зарплаты. Все было клево, и Гагарин засмеялся, и свистеть стал очень громко, напевая марш Вивальди, и махать рукой на землю, и пердеть от умиления, и кричать, что он всех круче, всех сильнее и гуманнее. А когда вернулся Юра с космоса опять на землю, стал он часто на охоту вылетать на самолете, но однажды обкурился, самолет направил в космос, и взорвался очень звонко, даже яйца разорвались.
Но вот этой садистской, блядь, рожи даже этого было, блядь, мало. И она гвоздодёром нахуй все у мухи усы оторвала. Вот на этой трагической ноте я закончу свою, блядь, песню. Чтобы вы разрыдались, вы коти, чтобы были добрее пернаты. О, несчастная муха моя, за что же такая доля? Лучше смерть или злая неволя? О, несчастная муха, о, несчастная муха моя, за что же такая доля? Лучше смерть или злая неволя? О, несчастная муха. Достать мою радость. Видишь, какая она большая и загадочная. Облежи у моей радости кругленькую шишечку. Полежи тут кругляшок. О, боже мой, мать твою, как приятно. Еще, о, как хорошо. Не останавливайся, малышка. Да, да, я буду облизывать у твоей радости кругленькую шишечку. Ну просто дя-дя, мой милый, какая она у тебя прекрасная. И все это чупа-чупс, круглая радость. О, чупа-чупс, поделись с ближним своим, и с одним, с другим, с третьим. Массовый чупа-чупс. Этого добра у нас просто завались на оптовых складах по адресу улицы Бормана, 10. Спросить тетю Дашу, стучать кованым нацистским сапогом по зеленым воротам, пока они не разляжутся под тобой в железном зеленом оргазме. Облизывай чупа-чупс, и ты никогда не заболеешь спидом, сифилисом, трипером, и даже не будешь платить налоги, а еще не будешь болеть красной рожистой свинкой, выпадением волос на лобке, а еще, о, боже мой, облизывая чупа-чупс, ты так-то тренируешься, детка, что твой муж никогда не уйдет от тебя. Дискотеку сельскую, туда, где крутят рейв, зашли студенты, медики, Григорий и Панас. А что вы не танцуете, завклубом говорит. В ответ они расплакались, что бабок не фартит. Завклубом призадумалась, сейчас вам помогу. Им дала попыхать папиросную хуйню. Студенты затянулись, и язык у них обмяк. И гланды повылазили, и сдвинулся чердак. А крыша хлопает в ладоши. У Панаса между ног лумом бы захотелось, и в мозгах пошел отек. У Гриши запотели линзы в оптовых очках. Студенты вышли отдышаться, прикрывая пах. А у входа в клуб ждала девушка с веслом. Она сидела у фонтана и трясла ебло. Григорий заорал, я эту девушку хочу, и стал ее пердолить у газона на лугу. Крыша хлопает в ладоши.
купление. Панас для девушки читал стихотворение. Потом он ей сказал, что тоже плавать он мастак. Весло ее забрал и уебал куда-то в парк. А на утро председатель бегал по селу с гипсовой статуей, матюкаясь на ходу. Кто посмел статую из фонтана утащить, весло ей оторвать и на газоне отдуплить? Значит, план у нас ништяк, когда хуяришь одну сказочку. Все, хватит! И это однозначно! Нахуй сказочки! Сейчас будет песня! И это однозначно! Песня называется «Соколята Жириновского дадут всем пизды». Не просто пизды, а конкретного распиздона. Всем, вообще! И это тоже однозначно! Понимаете, но, что но, я говорю? Ну, так, я считаю, нельзя. Владимир Вольфович, вы слишком много на себя берете. Это же аморально. Понимаете, нас многие могут не понять. Главное дело наше. А ты, пятнистый, тоже сейчас получишь поебалу. И будет тебе не аморально. Блять, как ты сказал. Черт Ставропольский. Короче, орально и анально. И это однозначнее однозначного. Однозначнее не бывает, понимаешь? ЛДПР — это тебе не цацки-пьяцки. Это тебе не чупа-чупса, не стиморал. Я тебе пятно побрею тупой бритвой и носу в карман. А будешь еще выебываться, Карлсон вонючий, насру еще за шиворот. Понял? Это однозначно. А сейчас песня. Песня.
пьяный, пьяный ежик, пьяный, пьяный ежик, пьяный, пьяный ежик, пьяный, пьяный ежик, пьяный, пьяный ежик. Пьяный, 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 ёжик, пьяный, ёжик, пьяный.
Большая-большая серая комната. Большие-большие серые занавески. А посреди большой-большой серой комнаты сидит маленькая белая мышка, обгумаренная такая, и поет так жалобно. Философско гениально-патетических песен с философско-оркодотенциальным подтекстом. Это как вот, и здесь помню, а здесь не помню. Короче говоря, мы уже, по-моему, посылали кого-то в пятом альбоме нахуй. Не надо, не надо. Как опять молодые, так были. Thank you.
машина наполняет мне вены, жгут опять, останавливает кровь. И опять улетаю я в плановые страны, но вернусь, чтоб отправиться вновь. А ну, браток, подбей косую. Смерть.
зал не закрыл. Но это просто клиническая смерть. 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 Паша, вопрос от Дракул-пера. У тебя и Красной Плесени год назад вышел альбом «Спящая красавица», часть первая. А когда же, наконец, появится обещанная вторая часть? Или это была шутка? Это как его... Так, я отвечу на этот вопрос. Паша никогда не шутит. И за такие вопросы... Можно получить поебалу и навечно уснуть возле вонючей параши. Вторая часть уже готова к выходу. И со дня на день выйдет в продажу. А сейчас редиска потная. Услышишь вступление ко второй части «Спящей красавицы». Вот кто-то ёбнулся с балкона, упал на засранный газон. Им оказался мент заслонов, лежал он мёртвый без кальсон. Глаза героя смотрят в небо, рука сжимает область паха. В другой руке шнурок зеленый и кабачок соленый вкусный. Кальсоны рядом в паре метров упали тоже очень звонко, но почему-то не разбились. Наверное, стираны недавно. А вот носки разбились сразу и разлетелись на осколки. Их собрали пионеры и отнесли в музей героев. Последний падала кокарда и две гантели с телогрейкой, которые заслонок часто носил в кармане так для форса. А следом выпала соседка, она, сгорая любопытством, хотела посмотреть, как мертвый лежит заслонов на газоне. А мне все это надоело, и я пошел в киоск за квасом. А сзади падали соседи от любопытства в окна глядя.